Уборка вагонов в пути не реже 4 раз в сутки. На Свердловской железной дороге усилили противоэпидемические мероприятия. В поездах дальнего следования дезинфицируют даже подушки и матрасы, сообщает пресс-служба СВЖД. По-прежнему обрабатывают все вокзалы и вагоны перед отправкой. Применяют обеззараживающие средства. Особое внимание уделяют зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры. Двери, ручки, столы, стены, кнопки вызова проводника, выключатели. Все работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены масками, перчатками, кожными антисептиками. Персонал проинструктирован по действиям в случае выявления лиц с симптомами инфекции. Медицинские пункты на вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной помощи пассажирам.